28 января 2022 года стартовали буровые работы собственными силами ERG Exploration на участке разведки Бельге. Участок перспективный для поиска хрома, золота и меди. Благодаря команде профессионалов в кратчайшие сроки ERG Exploration сформировали собственную буровую партию. Сегодня историческое событие в целом для евразийской группы, для нашей компании. Мы запускаем нашу буровую партию на хромовом участке Бельге. Запуск буровой партии производим при участии нашего заказчика в лице АО ТНК «Казхром» и нашего поставщика компании «Пирог». На участке бурятся колонковые скважины с извлечением керна, ценнейший и дорогостоящий геологический материал. Для его хранения в городе Хромтау построено кернохранилище, где проходит первичная оценка добытого материала. ERG Exploration – собственная геолого-разведочная компания Eurasian Resources Group, создана 18 января 2021 года. Создание компании ERG Exploration было обусловлено необходимостью развития своего собственного геологоразведочного подразделения, которое бы обеспечило полностью геологоразведочными работами, сопровождением всех геологоразведочных работ, весь всего комплекса для нужд непосредственно нашей группы, группы компаний с целью обеспечения, в первую очередь, это основными нашими металлами, это бокситы, хромиты, значит, марганец. Производственный комплекс и инженерно-технический персонал компании базируется в городе Рудный. Геолого-аналитический блок сконцентрирован в столице. Сегодня в активах ERG 46 геолого-разведочных объектов в Казахстане. И это лишь начало. ERG. Обеспечиваем процветание тех, кто полагается на нас.